В Mountain Blade 2 можно найти множество различных доспехов и щитов. Причем доспехи делятся на различные типы, будь то броня для рук, ног, туловища или других частей тела. Все доспехи различаются между собой характеристиками, поэтому отыскать во всем этом многообразии лучшие варианты может быть весьма непросто. Что ж, давай я тебе попробую объяснить, и вообще мы с тобой разберемся, как и где найти топовые доспехи, да и вообще, в принципе, любые хорошие доспехи. Всем привет, друзья, вы на канале Дед Сергей, и в этом видео я вам расскажу, где найти доспехи. Итак, самый простой способ — это нападать на бомжей, либо на каких-то, не знаю, вот королей, караванов, на кого угодно. Причем, чем сильнее будет соперник, тем круче лут выпадет. То есть, будешь ты убивать бомжей, или бы какого-нибудь короля там, с 500 войском, естественно, у тебя будет лучше доспех именно там, где будет король. Итак, второе, это можно покупать у торговцев. То есть заходишь в любой город в Калерадии, причем доспех спавнится где угодно. То есть если у меня будет в Лагете самый топовый, не знаю, шлем, то у тебя здесь 100% его не будет. Ну, 95. Так что ищешь, ходишь по городам, ищешь хорошие доспехи. Только скажу тебе, они стоят денег. И очень неплохих денег. Также можно выбивать доспехи на турнире. То есть приходишь в любой город, отправляешься на арену. Если есть турнир, то присоединяешься к турниру. И там всегда какой-нибудь приз дают. Давай посмотрим. Присоединимся к турниру. Присоединиться. И давай так одним глазочком глянем, что дают за победу в турнире. Ну, неплохой приз, особенно на начальных уровнях. Я именно так добывал себе всю броню. Победа в турнирах. Причем она стоит неплохих денег, если что. То есть выпадет тебе два шлема подряд. Второй смело продавай, ну, который более худший, так скажем. И у тебя будет немножко денежек. Давай же я тебе покажу то, что мне удалось найти в игре, ну, точнее, на сегодняшний день, самую топовую броньку. Щит и доспех для лошади. Давай заценим. Значит, смотри, начнем с щита. Вот он, стальной круглый щит за 14 косариков, если быть точным, 14,048. Вот его статы, ты можешь посмотреть. Очень хороший щит. Далее, давай доспех для лошади. Вот тут у меня их всякая куча. И внизу наш имперская чешуйчатая броня для лошади. Доспех для лошади 75. Очень, очень классная бронька за 38 косариков. 38 600. Но не буду мучить, давай перейдем уже наконец-таки к броне за 800 тысяч. А именно шлем имперского стражника. Можешь посмотреть его статы. Наплечники предводителя горцев. Имперская чешуйчатая броня. Пластичные латные рукавицы. Ламеренные латные ботиночки. Вот самый топовый шмот на сегодняшний день. Возможно, он так и останется. Искать его придется очень долго и заплатить за него очень много денег. Кстати, по заработку в Mountain Blade можешь глянуть видосик, как заработать много денег. Вот тебе подсказочка сверху справа. Не благодари. Также есть еще один способ, так скажем, не то что проще, но должен, короче, про него знать. Это мод. Мод у нас с тобой называется Armor Crafting Mod. То есть он позволяет прийти в город и обратиться к броннику с просьбой о создании брони. Ты можешь создать вот такую себе топовую броню, которую я тебе показывал. Она стоит 800 тысяч динар. Когда будешь разговаривать с бронником в окне диалога, выбираешь нужное для тебя снаряжение и совершаешь предоплату 50% от суммы. Далее у нас активируется квест, что в указанном городе идет изготовление брони. Остается подождать 8 дней и при оповещении снова посетить город. Забрать предметы мы можем у любого торговца и заплатить за нее остаток. Также существует ограничение: в одном городе только один заказ. В городах крафтится броня согласно культурной принадлежности. Можно разместить заказы в нескольких городах. Опробовав этот мод на деле, хочу тебя порадовать, что это действительно классный мод. Можешь его ставить, играть, наслаждаться. Единственное, что хочу предостеречь, это не ставь слишком много модов, потому что я знаю ребят, у которых из-за этого проблемы с игрой. Не запускается потом сохранение. Ну, в принципе, все. Пользуйся модом, зарабатывай бабки. И надеюсь, видео было полезно. Если нравится видео, то поставь ему лайк. Хочешь поддержать канал, подпишись на канал, поделись видео с друзьями. И все. Всем пока-пока.